нихуя себе, это что такое? О, нихуя метеорит, блядь. Внимание, ебануться. Нихуя себе. Охуеть. Надлежащим образом. Излишество подобной фразы потрясает, ведь трудно себе представить, чтобы Навальный ходил к Пехтину и просил разрешения... Не умал, спутил. А вот Морг неопределенно задачил. Путевир победил. Как источник информации, Морг показывает мало интересен. Он может рассказать на своем балапюке с моим кривым переводом только про медлабораторию. Что происходило в лагере, не знает. Да и водили он... Смотрите, упал. Это еще где-то что-то помогло. Давай, хватай, за рулем. Бомбардировка, нахуй! Артподготовка, блядь! Да не сын, пока еще ничего нету. Артподготовка это. Ебать! Что такое? Хуя заснял материал! Да! Непонятно, была такая ярчайшая вспышка и исчезла. И вот туда дальше. Ой. Охренеть. Где-то упал. Слышишь?
Это знаешь, что было? Это он сверхзвуковой, это похоже астероид. Выходи там, пока я тоже. Выходи назад, да. Это звуковая волна, астероид. Реально. Сегодня какой-то астероид должен быть в опасной близости от Земли. Офигеть. Смотри, как закручивается. А никуда не уебало хоть дальше-то. По касательной с атмосферой прошел, блядь. Ну, так он двойной, почему-то в две стороны закручивается, блядь. Продолжение будет, нет? Куда-то уебал. Слушай, он куда-то все-таки попал. Это может только звук дошел, Коля. Куда прятаться? Это звук дошел. А, звук дошел. Слышишь? Начало. Он похоже, вот это похоже метеорит, вон там он взорвался, короче. А я тебе говорю, я на слайде, аж, блядь, зажмурилась. Ну, у меня вообще так жутко. Ебать, колп. Эта взрывная волна дошла, видимо. Что случилось? Оглушило еще так, блин. Не охренеть нафиг. Походу еще одно уебало. О, ё-моё. Офигеть!
взяли, у тебя шея не болит? Блин, вообще. Я и дырку не взял. Ни хрена, дырочка, блин. Ну, козёл, а. Просто лакокраски нет. Смотри. Нифига.